Инициатива, рожденная фондом Международным культурным фондом «Мир Кавказа», собрала более 500 участников выставки. Выставочный проект носит очень красивое название «Вершины в ладонях неба». Вершины Кавказ – это наша родина. Вершины – это те авторы, которые представлены сегодня на нашей выставке. Авторы, которые составляют на самом деле вершины произведения изобразительного искусства России и Кавказа. На Кавказе всегда были замечательные художники. Всегда. И всегда на всех наших выставках, всесоюзных, российских, всероссийских, они всегда занимали заметное место. Кавказ – это такое сосредоточение очень огромных талантов и возможностей. И вот то, что они сегодня на этой выставке, эти таланты представлены, еще раз подтверждает эту мысль, что мы одна страна, одни, так сказать, люди, мы все объединены любовью к прекрасному. Идея объединяет, вот идея мира, добра, любви. И вот все, что вот представлено вот в этом зале, в этих стенах, потрясающие, замечательные картины, они как раз раскрывают вот этот смысл, вот эту идею. Поэтому я считаю, что чем больше будет культурных акций, чем больше будет культурных проектов, чем больше люди могут узнать с этой стороны Кавказ, я думаю, тем больше будет понимание о том, что все мы люди едины, мы все друг друга должны любить, мы должны друг другу помогать, и вообще мы одна страна. Мы здесь смотрим и любуемся работами, представленными художниками из многих городов России. Прежде всего, конечно, это Кавказ, Владикавказ, Баку, другие города Кавказа. Здесь выставлены художники Москвы и Санкт-Петербурга, и других городов. Союз художников России, вот увидев все это, я думаю, мы как-то подумаем о поощрении вас, потому что это нельзя просто так оставить. Я поздравляю всех художников, участников выставки, многие из которых являются моими друзьями, коллегами, а прежде всего скульпторы. Ведь в Москве такое большое количество высочайших профессионалов скульптуры, которые родились в Осетии или сегодня живут в Осетии, в Москве. Мне как скульптору очень приятно еще раз увидеть вот целый пласт. И, кстати говоря, здесь представлены художники, которые, может быть, не получили образование, но стали родоначальниками и заложили вот ту основу, ту традицию народного искусства, которая потом в профессиональном звучании уже стала радовать на всех наших выставках. Еще один радостный кавказский, осетинский день настоящей и великой культуры сегодня здесь, в Москве. Я думаю, это знаменательно для всех нас, и я с удовольствием всех вас этим днем поздравляю. Значимость его, я думаю, мы оценим со временем, так же, как приходит осознание чего-то большого, крупного, запоминающегося. Сегодня уже могу сказать, что и коллеги, и высокопоставленные товарищи наши из Республики Северная Осетия Алания, из города Москвы, в лице главы Республики Таймураза Замбековича Мансурова и мэра города Москвы Сергея Семеновича Собянина своим приветствием уже отметили значимость этой выставки для культурной жизни и Москвы, и в целом нашей страны. Кавказ – это великий край, это колыбель большой древней культуры. И иметь такую возможность под одной крышей собрать такие работы – это большое дело. Мы, как Всероссийско-Азербайджанский конгресс, не смог не участвовать в этом проекте. Это очень интересная инициатива, очень знаменательное мероприятие и проект. Думаем, надеемся, что это мероприятие будет и носить традиционный характер. Надеемся, что и в дальнейшем у нас будет возможность совместными усилиями проводить такого рода мероприятия.
с большим удовольствием будем принимать в этом участие. Уверены и надеемся, что, опять же, вы останетесь довольными этой выставкой. И для нас отрадно, что среди выставленных работ есть молодые наши представители, представители азербайджанской диаспоры. Это говорит о том, что дается возможность показать свои способности, реализовывать свои таланты.